Приветики! Сегодня я хочу вам рассказать о своих ягодных деревьях. Ягодные деревья – это деревца, которые вырастут на золотистой смородине, деревца красной смородины, белой смородины и крыжовника. Итак, я их сегодня открыла на данный момент. Хочу вам показать. Вот смотрите, пожалуйста, как они себя чувствуют. Больше недели назад эта прививочка была сделана на золотистую смородину. Это крыжовник. Здесь уже распустились листики. Они себя нормально чувствуют. Затем будут веточки, я их буду формировать в разные стороны. Еще один пример. Вот, пожалуйста, здесь еще очень хорошо видно, как себя чувствует прививка. Тоже уже начинают раскрываться листики. Я их обязательно после прививки закрыла пакетиками. Вот сейчас покажу, как это у меня выглядит. Вот смотрите сюда. Здесь у меня белая смородина привита, уже открывать не буду. Закрыто пакетики и закрыто, зафиксировано колышку, зафиксировано сам саженец золотистой смородины. Вот так они себя чувствуют. На 21 день я их буду открывать. Держу я их не в теплице, на улице, в тени, для того, чтобы прекрасно произошло сращение тканей привоя и подвоя. Вот так себя чувствуют на сегодня ягодные деревья. А я с вами пока прощаюсь. Пока-пока.